Ну, конечно, я очень-очень благодарна, потому что на моей пенсии я бы не сделала эту операцию. Мне сделали операцию, а сын взял у своего хозяина эти 10 тысяч. Но обошлось, 5 тысяч мне дал сын, обошлось 15 тысяч эта операция. Ну, хозяин сказал, что подождет. Я, конечно, очень благодарна за эти деньги. И я бы не знала, как отдать этот долг на моей пенсии. Я получаю пенсию 1600. Ну, на этой пенсии, конечно, операцию не сделаешь. Поэтому я даже не знаю, как отблагодарить его. Он как бы человек такой от Бога. Хай он будет так, какой он есть, что помогает людям в такую трудную минуту.